2452 плейлиста созданы на моем канале на утро 18 октября 2024 года. И эту информацию предоставил сам YouTube, что является весьма даже замечательным, потому что посчитать такое количество плейлистов самостоятельно практически невозможно. Но дело в том, что это и не нужно делать, потому что на YouTube существует агрегатор, который обрабатывает данные и выдает уже готовую информацию о количестве созданных плейлистов, избавляя тем самым от ненужных хлопот, сберегая время, а самое главное, сохраняя нервы. Поэтому этот агрегатор весьма полезен. Я часто использую данные, информацию с этого агрегатора, поэтому говорю искренне от всего сердца спасибо.